Основная масса проектов у нас была связана с образованием, с дополнительным образованием, дошкольным образованием, с новыми форматами образования для детей и их развития. Безусловно, мы большое внимание в этом году уделяли проектам, связанным с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, поддерживали проекты по инновационным техническим средствам реабилитации, апробировали новые методики инклюзивного образования для детей с УВЗ. Ну вот, наверное, это основные треки, которые в этом году нам удалось запустить.